Барнауле Сбер открыл двери театра «Кукол Сказка». Это случилось в рамках его федеральной акции с учреждениями культуры. Бесплатные показы спектаклей устроены для социально незащищенных ребятишек, чтобы создать для них новогоднее настроение. О том, как прошла акция, в нашем сюжете. Десятки счастливых детей и 5 показов спектаклей. В театре «Кукол Сказка» прошли дни открытых дверей со Сбером, в ходе которых воспитанники детских домов, центров реабилитации и школ-партнеров бесплатно посетили представление. Акция была организована в честь 180-летия Сбербанка. Один из классиков сказал, дети сразу и непринужденно осваивают счастье. А почему? А потому что сами по природе своей они для нас радость и счастье. И мы очень надеемся, что сегодняшние постановки принесут еще больше счастья нашим детям и нам вместе с ними. И принести детям счастье в эти декабрьские дни Сберу и его партнеру, театру «Кукол Сказка», действительно удалось. В холле ребят встречал Сберкот, а уже в театральном зале они могли увидеть любимых персонажей из спектаклей «Буратино», «Волка семеро козлят», а также «Волшебник изумрудного города». Мы признательны за то, что для наших подопечных такой праздник был организован. Он поможет отвлечься от неприятных мыслей и наполниться новогодним настроением. Дети важны позитивные эмоции, ведь они помогают справляться с переживаниями, какими-то негативными моментами и прибавляют сил для достижения результатов в жизни. Теперь, когда новогоднее настроение создано, юным зрителям остается лишь постараться сохранить его до самого праздника и в волшебную ночь загадать новые желания. Артем Гусельников, Вадим Быстревский. День с толком.